Ребята, всем привет! Вот такой рисунок мы с вами сегодня нарисуем. Это рисунок можно нарисовать в школу, можно нарисовать в качестве подарка для своих родных, дедушек, пап, братьев. Вот такой вот яркий рисунок. Будем рисовать мы простыми карандашами, цветными карандашами. Можно сделать из такого рисунка открытку, а можно просто нарисовать и подарить. Начну рисовать я простым карандашом, потому что я думаю, что у меня будет немножко кривовато, чтобы я могла лишнее все убрать резиночкой. И все было аккуратно, ровно. У меня листочек А5, но можно рисовать на большом альбомном листе, на А4. И я рисую, значит, смотрите, вот отмечаю точку. И буду рисовать звезду. Большую такую вот звезду. Смотрите, чтобы было ровно. Примерно, да? И чуть-чуть делаю, чуть-чуть вот так углы повыше. Здесь чуть-чуть сюда. Здесь вот так. Получается звезда, здесь ставлю точку прямо по центру. И так соединяю линии. Да, вот эти точки крайние, точки с центральной. Смотрите, резиночкой убираем лишние линии. Вот у меня что получилось. Сейчас пока просто звезда. Смотрите, за звездой у меня будет щит. Рисую так две одинаковые линии. И ставлю точку. Так, и соединяю. У меня получается щит за звездой. Можно еще сделать вот так вот вторую линию. Также сделаю вторую линию для звезды.
Так получилось. Теперь я добавлю георгиевскую ленту. Лента у меня будет идти вот отсюда, из-под звезды как бы. Так, ну и будет где-нибудь вот здесь еще выходить. Так будет лента. Лишнее убираю. Так, по краям, смотрите, вот так проводим линии. Так, чуть-чуть, немножечко криво сделала, сделаю одинаково. Смотрите, вот так, да, с одной точки мы проводим линии. Теперь мы их вот так соединяем. Вот, наверное, будет для вас такой самый сложный момент сделать все аккуратно. Так, вот здесь у меня получается не будет видно ничего, потому что здесь у меня закрывает ленточка. И вот с этой стороны тоже, да, не будет видно, потому что ленточка закрывает. Потом просто вот так вот делаем полосочки. Представим, что вот здесь кончик есть. Так вот, раз, все. Так у нас должно получиться. Теперь вот смотрите, по центру на звезде у нас будет находиться цифра 23.
Так, нужно это сделать, чтобы более-менее нормально было, чтобы более-менее было ровно. Лишние линии все убираем. В принципе, можно любым шрифтом это делать, какой вам больше нравится, но вот я сделаю вот так. 23-е. Ниже у нас будет написано февраля. Так, я сейчас просто накидываю примерно, как у меня будет написано. И теперь делаю нормальный шрифт, да? Чуть-чуть вот так делаю побольше, поровнее. Февраля. Так получилось. И вот здесь можно нарисовать так вот веточку. Карандаши нарисовали. Ну что, теперь можно обводить. Обводить я буду, наверное, тонким маркером. У меня есть тонкий маркер. И начну со звезды. Итак, смотрите, я сейчас полностью обвела все маркером тонким. Я беру сейчас толстый маркер, такой побольше, и буду делать полосы на нашей ленточке. Первую делаю по центру, вторую повыше, а эту пониже.
здесь, да, тоже будете по центру. Повыше. Так. Дальше вот здесь у нас пошла по центру. И вот здесь у меня еще часть ленты есть, тоже ее сейчас буду закрашивать. Сначала рисую по центру полосу. Так у нас ленточка наша выглядит. Итак, смотрите, что мы дальше делаем. Мы начинаем закрашивать. Я начну закрашивать щит. Закрашивать начну таким желтым цветом. Он у меня такой яркий, я буду чуть потемнее. Просто буду вот цветными карандашами делать, потому что красками уже есть несколько рисунков. Этот будет цветными карандашами. Нет, ну конечно, если вы хотите закрасить красками, конечно, можете закрашивать. Ярко-желтым я закрашу вот эти части. И тоже таким же цветом, ярко-желтым, можно цифры, в принципе, внутри закрасить. Так, возьму вот такой еще желтый у меня есть, им я сделаю здесь по краям. Края звезды. И немножечко вот здесь, вот так, частично. Закрашу тоже таким ярким желтым. Ну, смотрите, я закрашиваю местами, да, не полностью. Для того, чтобы у нас цвет так вот переливался. Дальше будет понятно, видно будет, как это выглядит. Теперь я возьму красный. У меня есть два красных, потемнее, посветлее. Смотрите, светло-красным. Я закрашиваю вот эту часть звезды, но центр я не трогаю, да, по центру я не закрашиваю. Вот эти наши полосы, близко к полосам нашим, лучше не закрашивать, то есть вот оставляем немножечко расстояние. Так.
центр оставляем. И теперь берем другой какой-нибудь оттенок красного, потемнее желательно. И закрашиваем оставшиеся части . Смотрите, вот серединку, где мы рисовали линию, да, я оставляю беленькой. Так, звезда у нас такая получилась. Теперь я беру оранжевый цвет и оранжевым закрашиваю белые места на ленте. И оранжевым тоже можно закрасить вот эти части от цифр, да, для того, чтобы у нас такой объемчик был. Так, февраля я закрашу тоже красным. Листочки делаю желтым.
И возьму оранжевый и немножечко прям по желтому, вот так чуть-чуть оранжевым сделаю. Также немножечко оранжевеньким пройдусь по цифрам. Ну и вот эти части вот здесь тоже оранжевым делаю. Оранжевым можно вот края вот здесь пройтись у щита. Можно взять еще голубой цвет и голубым цветом вот так вот возле щита. Вообще, в принципе, по контуру можно так вот пройтись. У листочков тоже по контуру так пройдем. Можно взять еще какой-нибудь темно-коричневый, например, цвет. И вот здесь так темненького добавить. Ну и в принципе все. Такой рисунок получился в школу 23 февраля. Ну, либо это можно сделать такую открытку, да, вот листочек А4 напополам складываете, и будет вот так вот открываться открытка. Для пап, для дедушек, для братьев. Вот что у нас получилось. Ребят, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии обязательно. И всем пока!